Всем привет, ребят. Насмотрелся видеороликов, как по Украине Днестр просто высыхает, или, сказал бы, исчезает. Конечно же, причину мы все прекрасно знаем, так как вырабатывают на ГЭСах электроэнергию, они спускают воду. Они спускали, сильно спускали воду. У нас здесь все было затоплено водой. Вот вода до тех пор была. То есть сильно-сильно было затоплено. Но сейчас Днестр практически в своем русле. И я решил выехать, посмотреть, поснимать, что же творится у нас. Смотрите, какая красота. Здесь обычно отдыхают. Здесь, так сказать, пляж. Здесь люди купаются. Здесь такой пологий берег. Ну, красиво здесь. Сегодня 29 число. Ну, так просто показывать Днестр — это одно. Но я сейчас проедусь к пункту замера воды. Там есть такая специальная шкала. Посмотрим, какой же уровень воды официально на 29 число. 29 мая 24 года. Да. Кстати, против течения вот там находится Нижнеднестровская ГЭС. Это первый пункт замера воды. Сейчас мы к нему подъедем. Я вам покажу, какой же уровень воды на сегодняшний день у нас в Молдове. Кстати, это первый населенный пункт после Украины. На границе с Украиной. По той стороне получается село Лядово. Там дальше левее Нагорины, а тут село Наславч. Ракушки, ракушки, ракушки. Все, оседлаем мы сейчас с сыночком велосипеды и подъедем, я там включусь снова.